Энергетика, я вам скажу. Алексей, будь так любезен, под аплодисменты замечательных, прекрасных людей. Давайте застегнем же это. Сейчас такая песня будет, просто невозможно с одной бретелькой танцевать. Ничего страшного? Или лучше не спускаться? Ну, судя по всему... А то будет как Ярославль. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, так вот бегала. Друзья, ну что ж, давайте я просто подниму руку, и начнется эта прекрасная, замечательная песня. Но слова вы знаете все, это точно. Ну, по крайней мере, кому после 25 точно знают. Ну что ж... Мамочка моя, только не гони. Я уже в принципе любовь, взрослая знакома. Танцуем!
Спасибо. А то ведь забыла, какая мне песня следующая. Так, друзья мои, а вы знаете, что завтра Старый Новый год? Или кто-то сегодня отметил? Так вот, давайте все начнем вместе. Отлично. Вот сейчас будет замечательная песня. Может быть, кто-нибудь помнит, у меня такая песня была «Весна». «Если окно лучиками сна». Помнит кто-нибудь? Отлично. Вот я в эту песню поместила три песни. И мне очень хочется, чтобы вы вспомнили слова такие, как «А девочки твои всего 15 лет». Помнят? Все, репетнули. Поехали. Если окно, если тебе ночью не до сна, если совсем пропадаешь зря, значит, не знаю.
где найти ответ, когда он с тобой, прекрасно, плохо, если нет. Как мы танцуем. Мы вот позоримся, артисты, на сцене, пока. Потом выходим и говорим: господи, как я танцевал. На самом деле, ну что ж, давайте сейчас. Мне хотелось бы, я видела очень много людей, и оттуда вот выходят и приходят, и все-таки становится там позади больше. Мне хочется узнать, есть ли здесь настоящие влюбленные люди, которые любят всем сердцем в 2013 году. Поднимите руки, кто сейчас влюблен. Девчонки поднимают, да? Пацаны у нас все как бы так, бруталы, да? Никак, да, не любят? Нет, я думаю, что все-таки должны. Мальчики есть такие тут, наверное, парни, мужчины, но есть. Поднимите руки, кто сейчас любит, на самом деле, всем сердцем, ну... Я вот, вы знаете, я проходила, там видела трое парней сидят, очень красивых, кстати, вот там вот черных... Ну, мне же тоже надо было где-то посмотреть. Собственно говоря, я вам скажу, что девчонки там действительно очень симпатичные парни с очень красивыми глазами сидят. И мне кажется, эти глаза влюбленные. И почему-то мне так показалось, что эти глаза влюбленные. И все кто? Да, девочки, подходите туда. Ах, как не хочется туда вернуться. Ладно. Нет? Нет? Нет. Ах, у меня наушники в ушах, я, к сожалению, не слышу. Я с музыку слушаю. Друзья мои, хочется спеть песню, которую написал замечательный композитор, поэт и музыкант, артист Андрей Губин. Наверное, кто-то помнит. Отлично. Да, он не подрос, но он вернется скоро на сцену. Вот. С улыбкой вспоминаю нашу съемку клипа. Вы знаете, мне безумно приятно петь на каждом концерте эту песню. Почему? Потому что ведь любить очень хочется не только детей, мужчину, родителей. Хочется любить еще то дело, которое ты, в принципе, делаешь. Я безумно люблю каждого человека, который приходит на концерт. И неважно, на концерт, там, в переходе, где вообще придется. Друзья, безумно приятно петь эти песни, которые пелись от души, писались такими прекрасными, безумно талантливыми музыкантами. Ну что ж, а я могу через голос, через душу показать свою любовь вам. Я думаю, что вы все почувствуете и все поймете. Те, кто любит. Oh,
Люди добрые, дайте воды. Смотри, побежали, а воды нету, да? А я видела, здесь стоит ведро воды, нет? Да ты что? Да ты ж, давай поговорим еще. А кто-то звонил? Нет? Я как сон иду. А вы не трогайте, не трогайте меня.
Давайте дружно, мне так понравилось, как девчонки топают. Давайте вот под стук моих, так сказать, рук. А вы не трогайте меня, не задавайте мне вопросы глупо зря. И так сердито не качайте головой, сегодня к маме я приехала домой. А вы не... Песня.
И я ему не говорю, что я люблю его.
очень плохо.